алейхи вассалям сказал: «Поистине Аллах возвышает степень раба в раю. Поистине Аллах возвышает степень раба в раю. Он скажет: «О Аллах, почему моя степень увеличивается? Ведь я уже умер, я ничего не делаю». Ему будет отвечено: «Это из-за твоего дуа, из-за дуа твоего сына. Это из-за дуа твоего сына, который он делает за тебя. Да, ты уже ничего не делаешь, но у тебя есть сын, который вспоминает о тебе постоянно. Делай за тебя дуа в земном поклоне. Делай за тебя дуа между азаном и икамой. Делай за тебя дуа, когда открывает уразу. Когда делает хадж, во время хаджа делай за тебя дуа. У тебя есть праведный сын, который не просто бросил тебя в яму и забыл. Он делает за тебя дуа при каждой возможности».